В пятницу жители Нью-Йорка и туристы собрались на главной площади города, чтобы вместе попрощаться со всем плохим, что произошло в уходящем году. Ежегодный Good Riddance Day, или День счастливого избавления, прошел на Таймс-сквер. Люди приходили в тенты, где были установлены гигантские корзины для бумаг. Каждый желающий мог написать на листе бумаги, что именно он хочет оставить в уходящем году. Затем все записки отправлялись в измельчитель. К сожалению, некоторые желания наверняка не сбудутся. Например, у тех, кто хочет распрощаться со счетами за электроэнергию или с платежами по ипотеке. Кто-то хочет, чтобы в прошлом остались расизм, грубое обращение с детьми, гомофобия, неприятные соседи, плохие мысли и пробки в тоннеле между Нью-Йорком и Нью-Джерси. Это помогает мне настроиться на лучшее, двинуться вперед. Ко всему прочему, я вышла из дома в такую хорошую погоду. Несмотря на дождь, сегодня очень тепло для зимы. И вот такие мероприятия помогают пережить зимние холода. Очень здорово. Такой интересный способ избавиться от прошлого. Конечно, на самом деле ты сам это должен сделать, но это тоже неплохая штука. Good Riddance Day уже стал традицией для жителей Нью-Йорка. В этом году он прошел в 12-й раз.